Ребята, всем привет, это Brewpub Simulator. Simulator, продолжаем варить пивейтер. Так, мы отправили даже пивас. Да, вот оно. Все. Нам нужно теперь дождаться следующего утра, чтобы, так сказать... Сколько у нас там апы это еще? Ой, апы 8 литров. Ждем следующего дня. Ждем реакции мэра. Вот. И, собственно, пока занимаемся продажами. Два новых стульчика мы поставили. Надо будет нам еще один стол, я думаю, обеспечить. Здравствуйте, здравствуйте, леди. Ко мне что-то в последнее время ходят взрослые дамы. Так, лью мимо. О! Леди у нас это... Любительница подоставать бармена. На! Так, сейчас. Получишь ты апу свою, погоди. Я не могу налить нормально. Нам там, кстати, сказали, что можно купить пиво готовое уже. Вот, но я единственное не понимаю, у меня же вроде тут один кран. И, соответственно, только к нему я могу что-то подключить. Ко второму крану у меня просто пока даже нет, как это сказать, разветвления. Поэтому, наверное, я пока не буду покупать другое пиво. Буду разливать вот эту апу. Да я поняла, поняла. Любое пиво, хорошо. Все грязно. Of course. Это вам. Блин, фига у меня очередь там вообще, да? У меня очень модное место. На. Всем апу. У меня другого пива нет. Сейчас, леди, сейчас. Держите. Почти все мои кружки заюзали. Ты посмотри на них. На. Все по 3,50 сегодня. Мне кажется, вам там сидеть негде особо, нет? Мне нравится, что я все... А, это я не могу поднимать? Хотела сказать, все могу поднять одной рукой. Но нет, не могу. Сейчас, сейчас, сейчас подойду. Так, вам апу. Нате. Вообще движ пошел, да? Сколько я уже пива продала? У меня пиво уже заканчивается. Понимаешь? На. Так. Я вам тут протру немножечко. Да все, все поняла, апа. На. У меня просто заканчивается уже. Скоро нечего будет разливать. Ай, ай. Может заказать апы еще там 10 литров. Да не роняй! Так, как купить? Погоди. Бирс. Вот апа, да? Такая апа и такая апа. Вот такую апу куплю. $165. Блин, это очень дорого. Ну ладно. Ладно, раз так. Так, это протереть.
Это протереть. Это поставь тут. Так, апу налить. Все, закончилось? Сейчас, погоди. Так, дисконнект. Выкинуть. Как ее выкинуть? Ага, можно выкинуть. Так, инвентарь. Сюда поставить. Шланг, шланг. Я тебе немножко долью другой апы, ладно? Вот, чуть-чуть другой долью. На. На. Блин, бизнес, конечно, пошел. Пошел в гору, но пиво готовое стоит очень дорого. Не кидайся стаканами, пожалуйста. Пожалуйста, не кидайся стаканами. Тебя очень прошу. Такое дело, что мою. А можно тут как-то нанять какого-нибудь мойщика? Потому что, ну блин, сколько можно? На. На. У меня все, знаешь ли, шустро. Вы еще даже не успели сделать заказ, я его уже предвосхитила, понял? Так, всего вам хорошего, отдыхайте. Так, почистить 100 грязи. В чем грязь измеряется? Так, any beer. Any beer. Хотя это не any, а вполне себе конкретная апа. Я заколебалась мыть эту обувь дурацкую. Как в жизни осенью. Что, еще тебе налить? На. На. Ну нормально, пока весело. Он мне поставил единицу. Это баг, наверное, какой-то. Говорят, очень много багов в этой игре. Но вы видели, да? Тут и люди пьют странно. Вот. О, а вот этот 5 поставил. А чё инопланетянин-то не понравилось? Ему не понравилось, как пьем пиво мы земляне или что? Странно. Да подожди, помыть надо. О! Столики мне какие-то. Столики мне какие-то насовали. Блин, очень дорого стоит. Так, о, отлично! Пиво было хорошее. 50 баксов мне за это дали. Великолепно. Это очень хорошо. Так, чё по пиву? Сварите пиво. Еще надо сварить пиво? Так, это тоже мэр пишет. Тра-та-та. Им нужно 9 литров пива. И им нужно что-то сладенькое. Я поняла. Я поняла. Им нужно сладенькое. Давайте я сварю им апу. И куплю какой-нибудь экстракт с кокосиком. Ой, не с кокосиком, это какао. Какао. Краска, ванила. Ванила, кстати, тоже хороший вариант. Коричка. Может, им корички бахнуть? Кофе. Он сказал, что они любят пончики. Но если они съели пончики, значит, им нравится сладенькое. Если им нравится сладенькое, как бы какао, это не сладенькое, это горенькое.
А вот ванила должно быть сладенькое. Давайте я куплю ванилы. Да. И мне кажется, если я бахну апу с ванильным вкусом, они прям кайфанут. Так, что мне тогда надо? Мне тогда нужна кастрюлина. В кастрюлину я наливаю... Сколько там надо? Где у меня вообще рецепты мои? Корзина. Честерпап. Так, изи. Пин. 5,3. Вот. Так. 1,3 light mold. Ливану. Ага, выкидывается. Хорошо. Здесь сколько? Это вообще пустое. Так, надо купить light mold. И здесь light mold extract. Я когда вот так нажимаю, это мне показывает вторую область, которая у меня еще не открыта. Но она как бы есть. Да, подожди. Так, здесь сколько уже? Здесь 400. Тогда давай по сотке, да? Не, давай 500. Это 900. А, вот так 100. Вот так. Так, 10 граммов хопс. Так, 10 граммов хопс. А, дальше. 60 минут включить духовку. Правильно же я включила, да? Ага, все, закипает. Ждем, пока оно нагреется до скольки там? До 100. Вот, пошло кипение. Все. Ждем 60 минут. Мне надо будет какой-нибудь сюда. У меня, кстати, есть же полочка какая-то, да? Чтоб мне сюда поставить просто мои вот эти ingredients. Это пустое? А, нет, это я только что купила. Вот, и их пользовать. Так, спрятать в инвентарь. Это yeast. Что там у меня еще? Ванилька. Я потом все расставлю посимпатичнее, но как бы пока так. 35 минут. Локер, кстати, вроде как бы локер, да, а не открывается. Чё толку тогда? Здесь еще 15 литров. А, там 20 литров было в этой кеге, поэтому такая дорогая. Так, все, это я выключила. Теперь она остывает до 21 градуса. Я добавляю сюда 5 миллилитров йист. Йист. Так, хорошо. 5. Отлично. И добавляю сюда ванилки. А, давай 10 грамм. Вот, 10 грамм ванилки. Возможно, будет отвратительная хренота. Но меня попросили, я сварила. Так, это сюда, это крышку, и ферментация началась. И я думаю, что можно даже сварить себе, наверное, певца еще, да? Почему бы нет? Какого-нибудь певца я могу себе сварить? Просто очень дорого будет заказывать каждый раз. Но мне тогда нужно ведро для ферментирования еще одно. Так, контейнерс. Да. Сколько стоит? 3 бакса.
Беру. Есть 40-литровая кега еще. И 50-литровая. Да нет, не надо. Я просто сейчас возьму, сделаю еще одно пивцо и оставлю его себе. Это будет явно дешевле, чем заказывать у людей. Я просто сделаю апу. Блин, это апа дорогая такая. Почему моя апа недорогая? Так, сюда. Так, сюда. Я уже почти запомнила рецепт. Ага. Пустая, да? Ясно. Надо было сразу заказывать все. Кто знал. Дольше буду бегать туда-сюда. Я вот это все, что начинает гореть, да, вот это вот, это я пытаюсь зажать спринт, а потом вспоминаю, что спринта здесь нет. Вот в чем trouble. Так, здесь у нас сколько? 600. Нам нужно 1300. Значит, мы можем бахнуть 500. И бахнуть вот так. Так, ты сюда. Теперь... Чё у меня не скроллится? А, скроллится. 10 граммов каскад хопс. Хорошо. Флорал цитрус. Можно туда, кстати, лимончика еще бахнуть. У нас будет такой, типа, какой-то... Какое-то необычное пивцо. Такое, скажем, какое только у мэра подают на благотворительных вечерах. Я так вышла посмотреть, что тут у нас. Потому что вот здесь у нас и явно еще одно помещение. Так, 60 минут мы варим. Вот, потом открываем бар, работаем здесь в целом. Можно купить еще один стол. Я думаю, что он должен окупиться. У нас есть вот такой, типа, высокий стол. Вот, и к нему купить два стула. Мне кажется, будет нормально. Вот здесь поставить. Квадратный стол. А, блин, он высокий. Ему не подойдут такие стулья, наверное, да? Хотя... Подожди. Как крутить? Они будут тут сидеть? Или здесь нужны... барные стулья? Я просто не совсем уверена. Может быть, тут вообще надо стоять. Блин, там пиво. Все нормально, 62 минуты, хорошо, красиво. Ничего страшного, 64, чуть-чуть переварили, ничего страшного. Так, Еста нужно сколько? Еста нужно 5 миллилитров, сейчас, когда остынет. Так, 5 миллилитров еста. Вот, это я, соответственно, переливаю... Вот сюда. Вот так. Вот. Кастрюльку сюда. Лимончика чуть-чуть бахну. 10 грамм. Да? Сауэр будет у меня. Вот. И крышечку, соответственно, закрываю. И оно тут ферментируется по красоте. Все. Это анпин. Этот я свой открываю. Заведенница. Make it or break it. Make it or break it. И сейчас посмотрим, как будут люди сидеть за вот этим столом. А это что такое? Тут показывает. Что со стулом? Ладно, неважно. Что-то стул неправильно встал. Здравствуйте, леди. Number one. Пожалуйста. Это вам. И вам number one. Это наше лучшее пиво number one. Держите. Так, леди. Пожалуйста. У меня сегодня одни дамы. Держите. Не хотите вон за столик?
Ну, если что, я просто продам потом это и все. Блин, как они держат кружки смешно, просто прикол. Так, сэр, наливаю вам. Держите. Вы первый мужчина сегодня. Вам скидка. Шучу. У нас таких скидок нет. Но, судя по всему, они веселятся. Когда-то я был пивоваром, как ты, а потом мне попала стрела в локоть. Интересно. Ссылки, отсылочки. Натя. Надо отзывы, кстати, почитать. Что там в отзывах пишут? Ну, смотри, 5 звезд мне все ставят. Not an alien. Он хотел другое пиво. А какое он хотел пиво? Может, это было в тот момент, когда я меняла купаж, и там что-то глюкануло? В смысле, не меняла купаж, а сделала ему купаж, а меняла кеги. А я сауэр сейчас им подаю? Я же им не сауэр сейчас подаю. Я сауэр подаю? Мне казалось, что я просто апу купила какую-то классическую. Но как бы... Ладно. What? А подожди. Of course. Там, по-моему, кто-то стоит. Кто-то стоит и настойчиво ждет, пока я пиво. А, вы не стоите? Вы сидите просто? Ты просто сидишь, тебе грустно, что ли? А, напьет. Я поняла. Да все, все, она уже помытая. Блин, я пиво налила, а ко мне никто не пришел. Грустно. А ладно, вон леди пришла. На. Хорошо, когда у тебя одно пиво, и ты точно знаешь, что оно продастся. Держи. Никто не хочет за тот стол. Там неправильные стулья, скорее всего. С другой стороны, как бы, а как там? Там барные должны быть? Вообще странно. All right. Так, тетя лошадь пришла. Приходите, тетя лошадь. Нашу детку покачать. А нет, смотри, вон там кто-то поставил. Как они тут поставили, если здесь никого не было? Немножко пороняло, немножко. Самую малость. Сейчас, погоди. Сейчас приду. На. Кто ты там пил? Но кто это был? Так, еще? Назар? На. Мне кажется, тут нужен, конечно, бармен в определенный момент. Вон, смотри, 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 что она делает. А, она садится за стул, и как она сидит? Это смешно. Интересно, нужен ли ей стол, чтобы вот так вот сидеть? Или, в принципе, достаточно стула? Да подожди, тетя лошадь. Рано я пивка налила. Налила пивца. Стул я тут передвину, ничего страшного. Сколько, интересно, будет стоить расширение? У меня денег хватит на это? На, тебя ждало.
Number one. Это наше лучшее пиво, мадмуазель. Мне кажется, у меня дела идут лучше, чем у большей части малого бизнеса в стране. На. На. Так, осталось 3 литра. Нормально. Нормально. Грустные чуваки. Которые могут подбородок положить на этот стол. Чё, кто-то пришел? На. Последний вагон уходящего поезда просто заскакивает. Надо протереть, погоди. Бегаю просто, как ломовая лошадь, весь день на ногах. Кошмар. Да подожди, стакан упал. Все, да? Хорошо. Угу. Beer customization? А это какое? Это которое с цитрусом? Ну пусть такое будет, да. Отлично. А это какое? А, плевать. Плевать. Так. Кегу теперь надо, да? А у меня есть кега лишняя? У меня нет кеги лишней. Надо купить. 9 литров вам нужно, да? Да. Вот такую и 2 стула вот таких. Какие-то мы забрали. Давай в инвентарь, пригодится, мне кажется. А вот эти стулья я поставлю. Сдается мне, что на них сидеть будет удобнее. Так, этот не стоит нормально. А вот так. Ага. Так, теперь... Какое у меня пиво? Вот это у меня пиво ванильное. Ага. Значит, кегу я ставлю вниз. Шланг я подключаю сюда, сюда. Сюда все перетекло. Кегу я забираю. И это мы, собственно, мэру отдаем. Это почему ресив? Мне надо не ресив. Сент. Да, все. Так, что я еще могу тут сделать прикольного? У меня есть некоторое количество денег. Вот, я могу еще один стол в целом купить. Поставить его, например, сюда. А, забрать надо, да. Я не уверена, что у меня прям люди стали приходить из-за этого, ну, из-за дополнительных столов. Но вдруг я могу даже вот... Да подожди ты. Я могу в целом вот так даже поставить. Да хотя ладно, пусть стоит как должно быть. Стул вот так, стул вот так. Еще 2 стула докупить. Пусть будет. Трачу деньги, конечно. Как транжира. Но что делать? Что делать, если вот ты хозяин бара, и тебе нужно постоянно быть как бы в тренде?
Что я там еще могу купить? Какие-то decorations, может быть. Мини-геймс. Все закрыто. Decorations. Так, beer sign можно купить. Это пол, я так понимаю. Ну, пол у меня, кстати, и так нормальный. Мне кажется. Картинки тут. Давай купим какой-нибудь ерунды. Napkin holder 2 штуки. 3 штуки. Можно там вот этих знаков каких-то. Сколько это? 45 баксов. Давай. Ничего не жалею. Сейчас развесим, красиво будет. Так, во-первых, napkin holder. Только маленькая, что-то мне казалось, что она больше. Ну ладно. Так, hand statue. Это типа вот здесь, чтоб стояло, да? Чтоб показывало, что у нас тут пиво. Так, этот знак, куда он лепится-то? Куда лепится этот знак? Никто не знает. Давай повесим его над холодильником. А, он стоит! Все понятно. Тогда, не знаю, вот здесь поставь. Для красоты же. Я думала, он стоит, висит точнее. Так, это... Этой стены у нас скоро не будет, я так подозреваю. Поэтому давай пока сюда все повесим. Я надеюсь, это придает класса моему заведению. Да там, конечно, посмотрим. I love the smell of beer in the morning. Так, а кегу мне никто не вернет, да, которую я отправила мэру? Мне тут просто надо пивас слить. Хотя сейчас, видимо, уже и буду сливать. Куда не пускают. Здравствуйте. Number one. Ух ты, нифига себе, какой ты, посмотри. Вот это он хорош. Джинджер или ванилы? У нас такого нет. У нас такого нет, поэтому уходи. Вот, те, кому апу, пожалуйста, апу. А джинджер или ванила? Серьезно, блин. А с такого не подают. Вот любое пиво. Вот сразу видно, человек как бы просто пришел с работы. Нет, либо джинджер, либо ванила, а еще что тебе? Апа, конечно, апа. Конечно, апа. Тю-тю-дю-дю-дю. Апа. Апа, ну кто ее не знает? Е-е-е. А. Of course. Так, сейчас я сюда солью, получается, остатки апы. Так, здесь отсоединить, шланг брось. Кегу сюда, шланг, шланг. Все же, да? Подожди, это просто кега. А, это не то пиво, погоди. Это пустое ведро. Вот, вот здесь у нас пивас цитрусовый. Саур, так сказать. Да подожди, у меня там клиенты. My precious. My precious. Так, на. Не могу взять. На, пиво-бомба. Потом будешь советовать всем своим друзьям. Скажешь, пил вот в Винчестер Паб апу с цитрусом. Вообще великолепная штука. Так, сейчас налью. Всем сейчас все попробуйте. Это цитрусовое безумие просто, не побоюсь этого слова. Такого пива вы просто, ну, нигде больше не попробуете.
А этот чё, это он просто здесь встал? У нас пиво на кассе заказывается, ну на. Держи. Тебе тоже дать пиво? Ну на. Я просто не поняла, что вы там встали с другом. Если как бы у нас все стоят вот здесь. Когда там мэр нам уже расширение это сделает? Сколько можно ютиться в таких маленьких пространствах? Все ушли. Получил пиво, с плюсы получил пиво, а минусы получил не то пиво. Слушайте, я считаю, что это вообще не минус. В смысле не то? Не то. Как это не то, когда это хит сезона, блин, апа цитрусовая. Выпендрёжники. Есть такие люди, которые вечно всем недовольны. Вот им что, не налей? Я хотел пиво, но не то. Поэтому 4. Сложно было сказать. Вот мужчина сразу сказал, хочу любое. Получил любое. И стоит, не ноет. Да, этот чувак, мне кажется, застрял в автомате с... Да-да-да-да. В автомате с музычкой застрял он. Кучерявый. Возможно, как раз кудряшки где-то... в механизмах запутались. Но это у меня, кстати, всего тут не так уж и много литров-то. А есть какой-то рецепт, типа, для 10-литровой апы, например? То варить по 5 литров, это, мне кажется, очень долго будет. У меня, собственно, кран уже почти пустой. Ну да, тут хватит на двух. На двух друзей еще. И все. И апы больше нет. Так, а что я вышла? Я хотела пиво купить. О, а это мое пиво? Оно теперь продается? Ничего себе. А, это тот саур, который я сделала. Все, я поняла. Я все поняла. Я все поняла. А как про него почитать бы? Ладно, я куплю это стандартное и все. Раз. Ой, господи. Ох, как это страшно. На. Выпендривается там еще что-то. Что-то ей не нравится. Так, кеги не выбрасывай. Кеги нужны. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Так, а куда пиво делось? Пиво стояло, по-моему, еще одно. Да, тут пацан застрял. Потом мы его выгоним. Тяжело. У меня 5 клиентов еще в пабе. На. Но если не считать застрявшего, я думаю, я дам им всем время допить пивцо. А потом будем тогда уже расходиться.
Так, у вас тут не грязно? Мне кажется, он застрял. А если его попросить уйти, он уйдет? А, он уходит, смотри. А! Он хотел сныкать. Точно тебе говорю. 3 из 5, кстати, поставил, несмотря на то, что я его выгнала нафиг. О, ничего себе. Доход минус 127. Ну что поделать? А, очень мало пива. А, ну да, правильно, я вам очень мало пива сделала. Я им очень мало пива сделала. Они ж просили 9 литров. А если я им куплю уже готовое? Блин, у меня на него денег не хватает. Девять литров пива. Если я из этой кеги им перелью... Смотри. Эту ставлю сюда. Это у меня 20-литровая, это тоже 20-литровая. Если я куплю... Так, сейчас, подожди. А, кега только 20-литровая бывает. Если я просто перелью им чуть-чуть. Так, подожди, тут очень быстро получилось. Оно очень быстро переливается. Опа! 5. Давай еще. 8. Прям совсем чуть-чуть. 11. Вот, нормально, смотри. А, блин, тут эта шкега. Она уже не выливается, да? Я не могу ее вылить в кастрюлю. Не могу. Тогда не получится мой хитрый план. Тогда мой хитрый план не канает. Ладно, тогда давай так. Это переливаем. Это пустая. Эту ставим обратно на кран. We have a beer. We have a beer, yes. Так, сколько мы тут играем уже? Успеем ли мы пиво сварить? А какой у нас, собственно... выбор никакого. Так, я тогда просто сварю 2 пива. Вот. Я просто сварю 2 пива. Так, это парочку. Да, остальное вроде все есть. Так, а мне нужно снова взять это задание? По-моему, нужно. Так, мы сюда тогда бахаем, получается. А здесь, вот, ровно 1300. Так, и сюда еще хопса. А сколько хопса надо? Чтоб я знал. Так, хопса 10. Хорошо. Так, все, это включаем. Это закипает. Вот, я могу взять еще в целом кастрюлю. Подождать. Не знаю. Знаю, ждать или нет. Здесь 25 кг, значит, все влезет. Есть еще что-то? По-моему, там закончилось.
Так, здесь сколько еще? 21 минута. Ну, я успею. Сейчас опять придется бегать. Нужно было бы еще кастрюлю, конечно, купить. Ладно, так сложнее следить. Ничего страшного. Все нормально. Кайфую. Жизнь одна. Ванилу не забудь туда долбануть. Все, выключаем, оно охлаждается, мы берем йист, 5 миллилитров. 5 миллилитров йиста. Так. Кайф. Так, и ванилки. Ванилки 10. Так, все, теперь это в ведро. Лей-лей-лей. Все хорошо. Не буду пока закрывать. Наливаю еще. Хорошо. Это сюда. Это... да-да-да, вот это. Так, так. Все, закончилось оно. Все, вот это быстро кончается-то. Так, все, поехали. Не падай. Мы сюда сразу долбанем. Ванильного пивца. 10 литров. Будет у нас вообще лучшее пивцо, которое когда-либо эти... Для кого мы там делаем вообще? Renovation Team. Строители. Самое лучшее, что эти строители когда-либо пили. Ванильная апа. Кто бы мог подумать вообще. Я так понимаю, что пока я не сделаю это задание, оно сюжетное. Мы дальше не продвинемся, поэтому... Подождем. Что поделать. Наверное, там есть рецепты для, ну, более крупных объемов. Потому что было бы странно, если бы их не было. Так, йиста 5 грамм. Почему не показывается количество, сколько вот в этом йисте сейчас грамм? Как я пойму, сколько там внутри? Угу. Так, и ванилы. 10. Хорошо. Все, теперь выливаем сюда. Все, красиво. И здесь у нас 13 литров. Все. Эта штука ферментируется, а мы с вами на этом сегодня заканчиваем. А начнем как раз со следующего дня на службе. Вот, запишу серию внахлёст, чтобы ничего у нас не потерялось и все сохранилось. Спасибо большое всем, кто смотрел. Не забывайте про комментарии, про лайки, про колокольчики. А если хотите поддержать канал, ссылка на Dash Lords, а также Boosty в описании под роликом и шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.